Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня получила посылочку с детками фиалок. Привез мне курьер, можно сказать, курьер. Моя племянница заказывала в нашей же республике, в городе Йошкар-Ола. Есть у нее канал. Марина зовут ее. Канал у нее называется, наверное, это мой рай. Очень интересный канал, кто интересуется фиалками, я всем рекомендую посмотреть ее видео, подписаться. Очень много у нее фиалок сортовых, все сортовые, выбор огромный. Я заказывала где-то около 20 деток фиалок, и мне еще вот Марина послала вот такую вот фиалочку. Уже цветущую. И сорт называется банановый десерт. Ну, посылка дошла в хорошем состоянии. Все стаканчики не попадали, стаканчики. Ну, в общем, все хорошо. Вот только одна фиалочка у меня. Стаканчик упал. Этот сорт называется «Ваше Величество». И вот материнский лист сломался. Материнский лист сломался. И я, наверное, этот лист попробую снова укоренить. Поставить укоренять. И вот две детки неукорененные. Я их буду сегодня укоренять. Это сорт называется «Сердце матери» сорт. И вот другая деточка. Это называется сорт «Острея», «Ле Острея». Вот эти я буду сегодня укоренять. Посажу в грунт и поставлю в тепличку. Давайте посмотрим некоторые сорта. Очень я хотела иметь у себя такие фиалки, именно пестролистные фиалки. Вот сорт, он буду читать по-английски, HD, вечерний Петербург. Листики, смотрите, какие пестренькие, а цветочки я потом у этого сорта поставлю в конце видео, как будет цвести. Очень интересный сорт. Дальше пестролистная фиалочка. Сорт называется Ле Владимир. Ле Владимир. Тоже поставлю фотографию в конце видео. И другая пестролистная фиалочка. HD Таволга. Но она такая вот розовая. Вроде не махровая, с белыми краями. Ну, тоже поставлю вот несколько сортов, которые буду озвучивать. Я поставлю фотографию нескольких сортов. Дальше давайте посмотрим. Вот Infinity подарок. Это в подарок. Большое спасибо, Марина. Я, когда разбирала, даже не смотрела, что у меня в подарок. Большое спасибо. Посмотрю этот сорт Infinity. Как же будет свести подарочек. Замечательно. Конечно, мы все радуемся подарками. Ян Каприз. Ян Каприз. Он такой немножко зеленоватый оттенок. Такой кудрявенький, цветочки с зеленоватым оттенком, если я не ошибаюсь. Ну и дальше просто... Принцесса цирка. Принцесса цирка. Много сортов. Пока все маленькие, деточки только. Но надеюсь, все они у меня примутся, подрастут. Снежный эдельвейс. Сорт. Дальше. Ле Фандано. Фанданго.
Танец галактик СМ. СМ танец галактик. Пяти Лариса. Золотой лев. Амадеус. Огненные мотыльки. Это спорт. Ну, посмотрим. Сумеречная звезда. Вот с деткой матери даже. То есть детки с материнским листом. Ну, пока их я поставлю в карантинную зону, всех отдельно. Пока. А, вот тоже пестролистная фиалочка. Смотрите, тоже пестролистная, только она такая вот немножко вот бордовые пятнышки. Это сорт of Darkness. Age of Darkness. Вот такие у меня фиалочки пришли. Это у меня отвалился листик от бананового десерта. Тоже сегодня попробую укоренить. Вот. Очень я рада своей посылочке. Марине спасибо большое. Ну и хочу показать вам сегодня свою фиалочку без названия. Вот какая она у меня. Красотка. Красотка. Сейчас отодвину стаканчики. Стаканчики отодвину и покажу. Видите, какая она у меня красотка. Листочки или цветочки очень крупные. Вот если сравнить с моей рукой, смотрите, ну где-то сантиметров 6 точно я не измеряла, но очень крупные цветочки, красивые, крупные цветочки. Вот такой вот сорт у меня есть, без названия, но красавица фиалка. В последнее время полюбила я фиалки, и хочется иметь в своей коллекции красивые сорта. Ну вот еще на днях жду посылочку с декоративно-лиственными бегониями и с пеларгониями. Сейчас я займусь пересадкой вот этих деток, этих листов. Полью, которые подсохли, немножко полью. Добавлю HB101. И полью, которые подсохли. Эта фиалочка тоже, банановый десерт, подсохла. Ну, понемножечку буду поливать, не сразу. Обильно заливать после пересушки фиалки нельзя. У них могут загнить корни. Ну, на этом у меня все. Всем самого хорошего, доброго. До свидания. Еще раз скажу, хочу сказать Марине спасибо большое. Ну, наверное, со временем еще закажу сколько-то фиалок. Ну, а на сегодня будет все. До свидания.